Дорогие друзья, в канун рождественских праздников, в канун Дня Благодарения церковь Gateway делает в даунтауне, в центре города своего, такую детскую евангелизацию. Мы видим, как происходит праздник. Это очень интересное место. И церковь делает много работы с детьми, молодежью здесь, в центре города. Так что День Благодарения очень такой сильный, прекрасный праздник в этом городе.